После первого обыска стало понятно, что любая невнимательность, любое малейшее какое-либо нарушение вызовет нежелательную реакцию со стороны российских оккупационных властей. Поэтому в мечети Исламского культурного центра даже и литературы какой-то, которая была бы в России под запретом, не хранили. И она там не могла оказаться. Тем удивительное, что во время этого третьего обыска в мечеть подбросили несколько экземпляров литературы, которая в России входит в федеральный список запрещенной литературы. Хотя сами священнослужители, которые служат в мечети Исламского культурного центра, заявляли, что этой литературы у них не было и не могло быть.